они из журналов я делала. Ух, интересно. Красиво, когда вот они там, текст может быть английский. Все желающие могут нам принести любые вещи, за исключением крупногабаритных. Здесь мы все, происходит сортировка, все мы в магазине сортируем. 70% мы раздаем нуждающимся, 10% у нас уезжает в приюты для животных. У нас в городе существует 3 приюта, они по очереди к нам приезжают за ветошью. Либо наши волонтеры любезно отвозят. 20% мы оставляем в магазине. На эти денежки мы должны покрыть все расходы, и по нашей задумке средства, вырученные, должны отправиться на благотворительные цели. Мы сейчас находимся в поисках нового помещения для того, чтобы организовать на его территории благотворительный центр. В этом центре мы планируем сделать музей старых вещей, что будет очень интересно и что в нашем городе нет. Проводить разнообразные показы, разнообразные акции, может быть, какие-то фотовыставки, организовать какую-то доску, где детки будут приходить и подвешивать там свои рисунки, так скажем. Вот. И самое главное, что мы хотим проводить там мастер-классы. Для этого, конечно, нужно помещение побольше. Я люблю, скажем, старинные вещи, вот не старые, старинные. То есть здесь вот можно что-то найти такое вот именно ретро. Вот я весной была в этом магазине, тоже вот на сайт вышла, посмотрела, здесь были замечательные штофы керамические. Я такую люблю. Вот приехала, увидела, купила. Вот. И поэтому снова как бы приехала, чтобы найти что-нибудь такое интересное, как с зимненькой. Мы воспитываем 5 детей, и у нас как бы средств не так уж и хватает таких огромных, а детки наши, они постоянно растут, изнашиваются все. Но здесь мы можем выбрать что-то по своему карману и каждому ребеночку по возрасту. Ну, можно что-то выбрать и для себя. Тоже как бы неплохие, хорошие вещи есть. И совсем дешевые. Бывают, которые даже можно просто так выбрать.